В Зарайском районе волонтеры и сотрудники социальной защиты продолжают доставлять продуктовые наборы одиноким пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям, а также семьям, где воспитывается ребенок-инвалид. Эта адресная помощь была организована по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Подробнее об этом и не только нам рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Анатольевич Петрущенко. Вы знаете, что по указу губернатора у нас практически с первого дня мы начинали оказывать помощь. Это разные слои, разные люди. Если брать материальную помощь, то материальную в виде денежных средств, то это была оказана помощь всем, кто старше 65 лет и те, которые имеют хронические заболевания. Общая сумма у нас получилась выплат 21 миллион 500 тысяч. То есть, казалось бы, немаленькая сумма, да, для нашего Зарайского округа. Но это действительно было доведено, и действительно люди в нашем округе получили. И, конечно, все это время мы выдавали, выдаем и еще будем выдавать это продуктовые наборы. Могу сказать, в общем, сколько у нас их было и кому. Да, у нас все наборы получили, у кого 3 ребенка, 4 и 5. У нас таких 360 семей, это 3 и плюс. 60 семей – это у нас 4+, и 15 семей – это 5+. То есть эти люди тоже получили продуктовые наборы. У нас получали наборы одинокие. То есть пенсионеры, которые 60 и плюс, которые одиноко проживающие, они тоже получали продуктовые наборы. У нас получали наборы просто одинокие мамы, у которых есть и один ребенок, и два. У нас получали наборы те, которые социально в этом нуждаются. То есть у нас таких наборов, если взять общие сложности, у нас их получилось более 3000. Это очень большое количество, более 3000 наборов мы получили. А если брать еще наборы и нашим ученикам, это и начальные классы, и от 4 и выше, то в общей сложности у нас получилось таких наборов еще более 7 тысяч. И в общей сложности получилось у нас уже получается более 10 тысяч наборов. И плюс у нас еще была социальная помощь, мы оказывали многодетным семьям и просто семьям малоимущим, у которых есть дети. У нас есть спонсоры, которые нам 16 тонн картофеля. И мы тоже бесплатно раздавали родителям. Борьба с COVID-19 объединила людей. Огромнейшая помощь и поддержка была оказана жителям Зарайска, которые в ней нуждались, предпринимателями города, волонтерами и администрацией. Также у нас были наборы от администрации городского округа и были наборы от тех наших жителей, которые откликнулись и решили в это нетрудное время помочь нашим жителям. Я могу даже назвать их крупных. Это у нас Зарайская сельхозхимия. Они 150 тысяч дали на наборы. Это у нас компания, которая делает благоустройство. Они дали 150 тоже тысяч на наборы. Нас на наборы дал наш зампредседатель Московской областной думы Чаплин Никита Юрьевич. Он дал 300 тысяч рублей на наборы. Ну и еще много тех людей было, которые там кто 50, кто 20, кто 15. У нас давно уже на территории работали волонтеры. И не только волонтеры. У нас сегодня работают машины и администрации, машины культуры и спорта, образования, соцзащиты. Да, и даже очень много еще работает и частного транспорта, который помогает нам доставлять такое количество наборов, как и приходит из Москвы, и помогая нам развозить их по территории. А если брать по людям, то у нас и депутаты наши, и молодая гвардия, соцзащита. Ну и, конечно, большинство – это волонтеры. У нас их в общей сложности примерно где-то 96-98 человек.
Что входит в продуктовый набор от губернатора? Каким категориям граждан положена такая помощь? Как ее получить? Об этом нам рассказала Дарья Головина, исполняющая обязанности начальника Зарайского управления социальной защиты населения. Несколько слов хочется сказать, конечно, о поступлении наборов. Буквально в пятницу, 22 мая, нами с участием администрации, которая оказала помощь в транспорте, были доставлены, как мы видим, вот эти продуктовые наборы, конкретно для семей с детьми, которые получают детское пособие в соответствии с законодательством Московской области по закону номер 1/2006 ОЗ. В размере, значит, у нас количество коробок 804, то есть у нас в городском округе Зарайск 804 семьи, которые получателями являются детских этих пособий и которые в апреле их получали. Сейчас, в настоящее время, у нас выдаются данные коробки, начиная уже с пятницы, по настоящее время. В настоящее время мы будем уже как бы ожидаем, значит, наборы, которые поступят нам для семей, которые воспитывают детей-инвалидов и получают ежемесячное пособие в размере 7900, для них также будет у нас выданы продуктовые наборы. Поставка планируется у нас к следующей неделе. То есть у нас таких это 72 семьи. Вот. Дальше. Также у нас ожидается поставка и для многодетных семей, у которых два дошкольника и более. Мы эти наборы также ожидаем со следующей недели. То есть, как вы видите, у нас мы не стоим, как говорится, на месте, да, и все эти наборы с течением времени поставляются и поставляются. Вот, теперь давайте рассмотрим поподробнее, что же находится у нас в наборах, которые вот поставлены для семей с детьми, получающих детские пособия. Как мы видим, значит, это 4 пакета молока, 2 бутылки подсолнечного масла по литру. Мука – это бакалея, гречка, рис, пшено. Макароны, изделия, тушенка. Также сладкие небольшие, как бы, да, наборчики – это конфеты и чай. То есть вот эти наборы у нас сейчас получают все вот эти семьи, 804, количество 804 семей. В настоящее время у нас еще ожидается поставка также для пенсионеров, которые старше 60 лет и подходящие под одну из категорий, то есть либо одиноко проживающий пенсионер, либо доход у которого ниже 19 696 рублей, вот, либо это инвалиды первой группы, вне зависимости у них от дохода, но которые находятся на самоизоляции. Данные категории граждан, которые еще, если не получили данные наборы, они могут в заявительном порядке обратиться к нам в Управление социальной защиты по телефону 254-54. Мы включаем их в списочек. И у нас в данный момент поставлен 250 наборов вот, на сегодняшний день для пенсионеров. Из них 160 уже выданы и находятся остальные вот на стадии раздачи. И ожидается у нас буквально недели через две поставка еще одних наборов для пенсионеров старше 60 лет в количестве 200 штук. Но не все оказались довольны получаемыми наборами. В социальных сетях то и дело публиковались обвинения, что выдача проводится нечестным путем, продукты воруются прямо из коробок. Так ли это на самом деле? Вся эта помощь, она выдается с одной целью. Это для того, чтобы наши граждане, наши люди находились на самоизоляции. Это вот основная причина, почему мы сегодня выдаем эти наборы. А довольны или недовольны, здесь вопрос, можем сказать, на него ответить так, что примерно 90% людей это довольны. Да, и зачастую бывает так, что приезжая, я сам когда развозил там немного, но участвовал как волонтер, то есть и люди, которые говорят: «Виктор Анатольевич, дайте нам телефон губернатора». Спрашиваю, зачем? Мы ему позвоним, скажем ему спасибо. Ну и есть те люди, которые сегодня пытаются на этом спекулировать. Да, вы знаете, что вот последняя машина, две машины, эти, которые была картошка, которые раздавали многодетным, раздавали ее бесплатно. В соцсетях ходили слухи, что администрация эту картошку продает.
Я хотел бы сегодня, чтобы тот человек пришел и сказал конкретно, у кого он купил, когда он купил, если действительно это было. То есть эти люди сегодня пользуются, да, чтобы создать какую-то политическую свой имидж, я не знаю. Но в основном довольны. Есть те люди, которые сегодня не нуждаются в этих наборах, но им положено, и мы им приносим. Да, это достаточно люди, у которых есть денежные средства, тоже получаем, скажем, такой небольшой негатив. А вот вы нам принесли такой набор, а что здесь такого есть, а что нельзя было получше. Подумайте, принесли там нам молоко и масло подсолнечное, мы что, сами не можем его купить? Ну, конечно, можете. Просто людям положено, мы приносим. А те, которые действительно нуждаются, они реально от души, от всего сердца говорят и волонтерам, и губернатору, и правительству, говорят всем спасибо. Так что 95% это то, что люди остались довольны этими наборами. Самоизоляцию сегодня ее никто не отменял. У нас сегодня с каждым днем, я сказал бы, что не то, что полегче, а даже наоборот становится сложнее и сложнее. Да, потому что у нас сегодня уже с коронавирусом официально зарегистрировано в Зарайском округе более 120 человек. Это только тех, которых уже выявлены и подтвержденные. Да, мы можем только догадываться, еще сколько тех, которых у нас неподтвержденных. Да, вы знаете, что у нас очень много на территории болеет там более 30 человек наших врачей, которые оказывали и оказывают сегодня помощь. Так что самоизоляция не снята. Огромная просьба ко всем жителям. Да, сегодня маски уже есть везде, в каждой аптеке. Сегодня маски стали уже доступны. Значит, у нас есть аптека государственная, которая находится на территории больницы. Всем тем, кто имеет социальные карточки, то маски сегодня продают по 11 рублей за штуку. Там, по-моему, по возрасту старше 65 лет. Старше 65 лет. 65 и плюс они могут покупать сегодня маски по 11 рублей. А так в среднем сегодня маски 22-28 рублей. Это практически в каждой аптеке. Так что очень большая, огромная просьба к всем жителям. Еще осталось немножко потерпеть, потому что сегодня реально у нас в городе очень много. Берегите себя, оставайтесь на самоизоляции. И спасибо вам большое за то понимание, которое сегодня у вас есть к нам. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «КВАН», Зарайское кабельное телевидение.